Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! В сегодняшнем видео я дам ответы на некоторые из ваших вопросов. По моему мнению, я выписал самые интересные вопросы. Сегодня у нас их 7. Все мы разберем. Итак, поехали! Первый вопрос задает нам канал Emidex. Павел, доброго времени! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, как бороться с мучнистой росой на газоне? Газон молодой, сел в прошлом году. Проблем до этого времени не было. Также еще примечательно, что на соседствующих соснах тоже наблюдается это заболевание. Спасибо за ответ. Мучнистая роса – это грибковое заболевание, которое поселяется как на газоне, так и на различных растениях. В основном от перепада температур и вот влажности. Советую вам применить такие фунгициды, как фалькон, амистар или дерозал. Какой-то из этих трех фунгицидов найдите, размешайте 20 мл на 10 литров воды и обработайте ваш газон. И также можно обработать все ваши растения профилактически. И особенно обработайте хорошо ваши сосны, которые также поразила мучнистая роса. Так, переходим ко второму вопросу. Задает нам его Анна Морозенко. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если туи застелили геотекстилем 90-м, а сверху кора, можно удобрять гранулированным удобрением под кору на геотекстиль? Проникнут удобрения через агроткань? Отвечаю вам сразу, что через агроткань удобрение ваших туй будет неэффективно. Советую разгрести кору, в агроткани сделать надрезик или в сторону его отстелить и внести гранулированное удобрение. Потом агротканью накрываете соответственно корой и хорошо проливаете со шланга. Такое удобрение будет эффективное. Третий вопрос задает нам Вячеслав Засидко. Здравствуйте! Нужно ли подстригать очень маленькие туи смарагд, размер которых около 15-25 сантиметров? Есть мнение, что это нужно делать для лучшего роста. Посадил 3 недели назад. Благодарю вас за ответ. 15-20 сантиметров туи смарагд – это совсем маленькие. Конечно, можно слегка по периметру растения обстричь слегка садовыми ножничками, только смотрите, чтобы ножнички были хорошо наостренные, для того чтобы вы не повреждали кончики хвоинок. Да, вы все правильно пишете. Для чего стригутся растения? Для того, чтобы они лучше росли, лучше развивались и были они у вас в будущем пышнее, более набитая крона. Так, переходим к четвертому вопросу. Что делать? Подсев не сходит, а стричь уже снова пора. Вопрос. Газонокосилка не соберет семена в травосборник? Спасибо. Да, такие у нас сейчас холодные ночи, погода непредсказуемая. Кто знал, что в конце апреля будут такие холода? Вот у нас город Киев, Украина. Очень холодно, тепла у нас практически не было в начале марта. И пару дней было в апреле. Сейчас у нас ночью температура опускается до нуля плюс 1 градуса. Конечно, семена не сойдут, потому что температура почвы, температура грунта очень низкая для того, чтобы семена сошли. Но вы не переживайте, семена обязательно сойдут. Газон свой пока не косите. Кошение пока подождет 8-10 дней. Почему не косить? Для того, чтобы газонокосилка не собрала ваши посевы. Пока с кошением не торопитесь. Я думаю, все сойдет, все будет хорошо. Итак, переходим к пятому вопросу. Задает нам его Алена Изотова. Не понимала, как можно вычистить тую. Теперь стало ясно. Нужно не церемониться. Все правильно. Подскажите, пожалуйста, как можно подстричь самую обычную негустую тую, наследство от дедушки? И как подстричь на спираль смарагд, если у нее не один стволик, а несколько? Заранее спасибо. Да, туи нужно чистить, как вы говорите, не церемониться. Одевайте рукавички. И смело я в видео показываю, как нужно чистить туи. Не по одной хвоинке вытаскивайте, а смело трусите по
всей кроне. Это кропотливый труд. Кто чистит очень запущенные туи, советую одевать респиратор, потому что будет очень много пыли, которую вы будете вдыхать. Вопрос у вас, как подстричь тую на спираль, у которой не один стволик, а несколько. Ну, в видео я вам сейчас не могу на пальцах показать, как придать туе спиральную форму. Обязательно постараемся снять видео на данную тему. Я видел, в сети есть видео, там люди показывают, как нужно подстригать туи в спиральную форму. И мы постараемся, соответственно, снять видео на данную тему. И второй ваш вопрос. Подскажите, как можно подстричь самую обычную негустую тую? Подстригаете тую хорошими садовыми ножницами, хорошо наостренными. Делайте это по всему периметру растения. Обрезайте не кардинально, а обрезайте кончики хвоинок. И увидите результат спустя полгода. Там, где вы сделали один надрезик, проснутся спящие почки, и там уже выйдет несколько хвоинок. За счет стрижки туя станет более презентабельная, набитая и, естественно, пышная. Так, переходим к шестому вопросу. Задает нам его Александр Кондратюк. Нужно ли обрезать прирост, если я посадил туи этой весной? Туя высота 1,20 м. На некоторых очень обвисает хвоя. Удобрил нитромофоской неделю назад под корень. Или может я в первый год посадки просто много от них хочу. Вы можете провести стрижку ваших туек. Берете, напоминаю, хорошие садовые, хорошо заостренные ножницы и стрижете ваши туи по всему периметру. Не перестарайтесь, конечно. Я думаю, у вас все получится. Если вы никогда свои туи не стригли, делайте это не очень быстро. К этой работе отнеситесь щепетильно. Так, и переходим к заключительному вопросу под номером 7, который задает нам Александр Лящук. Добрый день, Павел. По вашей рекомендации посеял газон Пиксид неделю назад, 4 апреля 2020 года, а всходов не видно. С чем это может быть связано? Напоминаю еще раз, что температуры, особенно ночные, очень низкие, да и дневные у нас не очень высокие. Вот всю неделю у нас не поднимается температура дневная больше плюс 10. Солнышко также у нас не наблюдается. Вообще у нас какие-то катаклизмы. В соседних областях леса горят. Дождей вообще нет на этой неделе. Была песочная буря. Весь город у нас каждый вечер в дыму, в пыли. Конечно, я такого сезона на своей памяти не помню. Не переживайте, потеплеет, поднимется температура грунта и обязательно ваши семена дадут всхожесть. Подождите, пока будет тепло, пока будет теплая погода и самое главное солнышко. Друзья, вот я и ответил на 7 интересных, по моему мнению, вопросов. Подписывайтесь на наш канал. Завтра снимем видео на тему, какие работы необходимо проводить в своем саду в данный период года. Сегодня у нас 20 апреля. Также подписываемся на нашу страничку Instagram. Там очень много интересных сториз. Мы выставляем, постим интересные фотографии. Так что ссылочка на нашу страничку Instagram будет внизу под видео в описании. Всем спасибо за лайки, за хорошие комментарии. Всем пока!